Несколько жителей 35-го дома на Волжском проспекте сегодня опоздали на работу. Ночью упало дерево и перегородило выезд со двора. В заперти оказались 8 автомобилей. 3 из них пострадало, причем один автомобиль не подлежит восстановлению. Дело в том, что когда дерево упало, основной удар пришелся на заднюю часть машины, на капот. Соответственно, задней части сейчас целиком нету. Остальные машины покорябаны, но так восстановлению подлежат. Жильцы предполагают, причиной падения дерева стал сильный ветер, который вырвал корни из размягченной от дождя почвы. Спасателям они сообщили о ЧП сразу после случившегося в 2 часа ночи. Однако к приезду нашей съемочной группы в 12 часов дня ничего не изменилось. Неоднократное обращение в полицию и управляющую компанию результатов не дали. Администрация ссылается на акт, согласно которому ликвидацией дерева должны заняться коммунальные службы. Время к полудню. Пока ничего не сделано, пока никто не собирается делать. Может быть, после вашего сюжета дело сдвинется с мертвой точки. Нам бы этого очень хотелось. Владельцы пострадавших машин планируют обратиться в суд. Они намерены получить компенсацию за моральный и материальный ущерб, который им нанесен. Ксения Шукшина, Валерий Шаронин, Сергей Кизоркин. События.